Сегодня мы поработаем с ногами. Возьмите кубик или подушку и сильно сжимайте их коленями. Также сильно сжимая коленями какой-то предмет, мы поднимаем таз наверх и возвращаемся обратно. Так повторяем 8-10 раз. Теперь поднимитесь и зафиксируйте это положение наверху на 10 секунд. Небольшой отдых. Возьмите себя под коленями и тяните спину назад. Переворачиваемся на живот, сжимаем кубик коленями и начинаем, сжимая колени, поднимать кубик вверх. Чтобы он у вас не выпал, вы должны его сильно сжимать ногами. Скорее всего, что вам будет очень сложно это сделать, но вы должны чувствовать, как напрягаются у вас ягодицы и задняя поверхность ног. Если есть эти ощущения, значит, все делаете правильно. Небольшая передышка, и можно повторить все еще раз.